Невыполнение требований сотрудника ГИБДД может повлечь административное наказание. Но штраф не единственное, что может грозить нарушителю закона. В некоторых случаях можно угодить за решетку. Об одном из таких инцидентов наш следующий сюжет. Этот мужчина оказался в Люберецком суде за невыполнение требований инспектора ГИБДД. Недавно ему выписали предписание за тонировку передних стекол автомобиля. Спустя 10 дней водитель снова оказался в поле зрения сотрудников госавтоинспекции. Нарушение водитель так и не устранил. Руководствуясь статьями 19.3, часть 1, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации административных правонарушений, постановил признать Амиряна Гензела Карпетовича виновным в совершении административного правонарушения, присвоил часть 1 статьи 19.3 Кодекса Российской Федерации административных правонарушений, назначить ему наказание в виде административного ареста сроком на 2 суток. Двухдневный арест – не самое суровое наказание за тонировку автомобиля. В некоторых случаях нарушители отправляют за решетку на 15 суток. В этом году на территории обслуживания Люберецкого отдела ГИБДД назначено десятки административных арестов. Многие водители заблуждаются, что ответственность за данное правонарушение ограничивается только штрафом. Это не так. Если водитель не устранил ранее выявленное нарушение, не снял тонировку, сотрудники Люберецкой госавтоинспекции привлекают таких граждан по статье 19.3 Кодекса административного правонарушения. По закону светопропускание передних боковых стекол должно быть таким же, как у лобового, минимум 70%. Что касается задней части остекления, то ее можно тонировать даже самой темной пленкой. Луиза Игиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.